Петрозаводске открылся центр общественного наблюдения за ходом голосования в Карелии. Это возможность в режиме реального времени с 8 утра до 8 вечера наблюдать за тем, что происходит в каждом избирательном участке в любом районе нашей республики. Любой день и час, любую минуту, в случае, если будет такая необходимость и обращено внимание общественности на какой-то факт, происходящий на участке, мы можем зафиксировать это, отмотав во времени и просмотрев очень скрупулезно каждый шаг, каждую секунду того, что происходило на избирательных участках в Республике Карелия. Почти на половине участков организована прямая трансляция. Там, где она невозможна, видеозапись сохраняется в архиве. Наблюдателем может стать гражданин России старше 18 лет. У него должен быть паспорт, у него должна быть заполнена очень простая анкета. Это делается буквально несколько секунд. Он сам указывает дату, он сам указывает время, удобное для него. И совершенно спокойно работает здесь, находится, соблюдая все эпидемнормы. Еще одно новшество. Общественный наблюдатель станет блогером. Каждый общественный наблюдатель, который находится на избирательном участке, он будет блогером. То есть не создан какой-то специально отдельный канал для блогеров-наблюдателей. Именно посредством своих личных социальных сетей, своего аккаунта, человек, являющийся общественным наблюдателем, будет транслировать все то, что происходит в течение дня на избирательном участке. На сегодня заявлено около 2000 наблюдателей на избирательных участках Карелии. Их задача – дать гражданам возможность выразить свое мнение по поводу будущей власти и сделать выборы открытыми.